Мои уважаемые зрители, я рад вас приветствовать из Семеновского района Нижегородской области. В этом видео мы с вами посетим деревню Александровка. Эта деревня находится примерно в 2 километрах от трассы Нижний Новгород-Киров. При въезде в деревню нас встречает вот такой вот старый советский амбар. Когда-то здесь был колхоз. Ну а следы на дороге тем не менее есть. Эта деревня, хотя и маложилая, но в данный момент здесь есть и постоянные жители. И вот эти следы. Также здесь мы видим заросли борщевика. Это целая беда. Раньше он использовался на корм крупному рогатому скоту. Ну а сейчас его просто не могут вывести. Не могу точно сказать, дорога с каким покрытием ведет в деревню, асфальт или грунт. Но, тем не менее, следы здесь есть, и, стало быть, деревня жилая. И вот мы видим уже первые дома. Деревня хоть и находится на расстоянии 2 километрах от трассы, но шум, тем не менее, от трассы доносится, хоть и приглушенный. И въезд разделяет деревню примерно на 2 равные части. Давайте сначала осмотрим одну часть, а потом пойдем во вторую. Следы есть, и следы свежие. Сразу нас встречает вот такой красивый дом с номером 16. 5 стенок на 5 окон. И с красивыми резными наличниками. Также есть светелка. Но в данный момент дом пустует. Да, в этой деревне, скорее всего, чуть больше 2 десятка домов. И я слышу собаку. У нас на дворе ноябрь месяц. Мороз минус 12, снега еще мало, но он есть. Итак, деревня Александровка находится в 33 километрах от города Семенова и в 110 километрах от Нижнего Новгорода. Деревня Александровка также старинная, до 1922 года входила в состав Варнавинского уезда Костромской губернии. Откроем список населенных мест Костромской губернии по сведениям 1872 года. Мы увидим Александровку в строчке с номером 2695. Деревня расположена при колодцах в 72 верстах от уездного города. Указано 20 дворов и 119 жителей. В среднем 6 человек во дворе. Также местные жители могут обратить внимание на соседние деревни в этом списке и посмотреть статистику этих деревень на то время. По данным переписи населения 2002 года в этой деревне было зарегистрировано 28 жителей, а в 2010 году 18. Сведений на 21-22 годы нет, но, думаю, здесь живет не более 5-6 постоянных жителей. Хотя я могу и ошибаться.
Вот тоже красивый домик с номером 19. Крепкий и большой. 5 стенок на 6 окон. Также обратите внимание вот на такую красивую резьбу под крышей. Не знаю правильно, как она называется, но смотрится очень красиво. В 1971 году в деревне был большой пожар. И сгорело немало домов. И мы видим, что дома преимущественно находятся на одной стороне улицы. А вот эта вот сторона пустует. В частности, вот этот вот дом хоть и не сгорел, но уже давно разрушен. Деревня Александровка предположительно была основана в 1840-х годах. В 1931 году в Александровке был создан колхоз «Красный ударник». Первым председателем был Федор Федорович Макаров. Также в 30-е годы в деревне появилась начальная школа и клуб. Великая Отечественная война не обошла жителей деревни. Большинство мужчин ушли на фронт. Соответственно, тяготы колхозного труда легли на плечи женщин и подростков. 31 человек из Александровки пали в боях за молодую советскую страну. Следующий дом находится рядом с большим старинным деревом, диаметр которого больше метра. В 50-м году образовался колхоз «Новая жизнь». Председатель Петр Васильевич Зубков. В 1961 году произошло укрупнение колхозов и образовался колхоз имени Тимирязева, в который вошли более десятка окрестных деревень. В том числе и деревня Дуплишки, которую мы с вами совсем недавно посетили. Деревня жила, колхоз процветал. С развалом Советского Союза произошло ухудшение социально-экономического положения. В 1997 году произошла ликвидация колхоза. Работы не стало, и население стало сокращаться. Многие деревни глубинки России, к сожалению, пребывают в печальном виде. На грани забвения мы видим и эта деревня. Но я верю в будущее и второе рождение наших родных деревень. Хочется на это надеяться. Вот эта сторона улицы пустая. Вот этот вот старый развалившийся дом мы с вами уже видели. И посмотрим с этой стороны. Да, как раз он, наверное, в начале 90-х годов и был заброшен. 21-й домик скромный, на 3 окна. И вот такие же скромные у него резные наличники. Возможно, потомки жителей, которые жили в этом доме, увидят свой дом и вспомнят. Дом еще стоит. Снег похрустывает под ногами. Выдался у нас солнечный ноябрьский денек. Как бы странно это ни звучало, да? Обычно у нас в ноябре солнце даже не проглядывает. А сейчас погода установилась как по заказу. Солнечно. И легкий морозец. И вот смотрите, там вдалеке виднеется водонапорная башня. Это то немногое, что осталось от бывшего процветающего колхоза. Вот так вот печально она стоит и ржавеет. Ну а мы с вами продолжаем прогулку по этой старинной деревне. Ну и как всегда, название Александровка
произошла, скорее всего, от Александра. Скорее всего, он был первым жителем этой деревни. Кто знает историю, пишите в комментариях. Вот этот вот дом, смотрите, давно развалился. Возможно, он даже сгорел. Трудно сейчас определить. Напротив какая-то куча большая. Да, и следы ведут к последним домам в этой деревне. И, скорее всего, оттуда доносился собачий лай. Но сейчас собака почему-то перестала лаять. Удивительно. Вот стоят амбары. Один побольше, другой поменьше. Вот так они, близнецы. Еще три домика осталось в этом конце деревни. Смотрите, какой крепкий дом с номером 25. Сложно сказать, живут здесь зимой или нет. Но, по крайней мере, по максимуму этот дом используется. Красиво, особенно в лучах солнца. И вот такие наличники. Ну и вы слышите собачку. Собачка живет, наверное, в крайнем домике. Следующий дом у нас покосился. Примерно на два венца, как минимум. Залег на левую сторону. Ну и чувствуется, он давно не используется. Даже в летний период, скорее всего. И крайний дом в деревне очень симпатичный. Чуть позже мы увидим, почему. Там стоят вот две старинные машины. И громко лает собака. Что у вас тут, кафе, что ли, есть свое? Да. Вон написано, кафе у деда. Да. Это просто как шутка, да? Это внука тут пишет. А. Интересный дом у вас, конечно. Родительский. Места много. Места много. А вы сейчас тут как постоянно живете, да? Да, я сюда приехал. А что, забросил все, зарастет. Я вот читал, что тут, по-моему, где-то вот несколько домов постоянно живут, да? А вот на прогоне один дом. Ага. Сюда, 16-й. И у вас, да? Да, тут Ванька живет, не знаю, жив ли. Угу. Парень молодой. Да жив, наверное, что с ним сделать? И там еще Ольга. Остальные все уехали. Ну, тут дачников, наверное, много, да, я так понимаю? Да, летом-то тут хорошо, весело. Летом хорошо, да, собачка такая. Умная собака. Бывают собаки вот как это, заладят лаять, так и не становятся, это вот. Да, это тоже лают. Это нормально еще. Охотник проехал туда. Ага. С боковой. Все равно умный песик. С ним не скучно. Вот это вот тоже было поле, да? Ну, тут лесок вот это вот был. Ну, вот лесок, вот а дальше поле. Я им там было. Это, поле было. Ну, правильно. За 20 лет, конечно, тут с лишним зарастет. Тут была, вот. И мельница была тут? Да, ветряная. Угу. Ну, это сейчас ее нету. Вообще не видать. Очень красивый вот этот вот элемент. Где раз, крыша? Ну, вот явно, что это светелка. Там дверь открывается, там еще комнатушка. И там можно прям выходить вот сюда? Ну, летом сюда. Я там сплю. Угу. Красиво. Там по лестнице поднимаешься, да? Да, да. И комната-то большая. Такая вот, относительно большая. Отопление тоже батареей сделал. Угу. И дом-то у вас не как обычно, 5 стенок на 5 окон, а тут от целых 6. Огромный дом. Да, красивый. Тоже, наверное, старинный, наверное, еще до революции построен, скорее всего, да? Да.
давно построен. Да, вот умели строить. Начальная школа-то она где была? Вот дом при въезде или... Вот там. А, не доезжай до деревни, да? Там это, как она, банька стоит. Да. Так вот тут рядом где-то такой гнилой торф. А вот я видел там при въезде в деревню, там амбар стоит какой-то большой. Амбар. Это вот колхозный амбар, наверное. Ну вот, вот как едешь с левой стороны он. Так это вот и это есть вода в танце. А. Типа бани. Это баня была, да? Да. Угу. А я что-то подумал, что амбар. Мы перевезли, закрыли, чтобы вода не мерзла. Понятно. Плохая дорога-то. Ну, а раньше, интересно... А там асфальт уже. До самого, через Шадрино. Угу. На велосипеде 10 километров. По Конской дороге, там Староконская дорога была. Угу. Ну, раньше, наверное, не так все было, заросло. Так поля были, пыль. Угу. 10 километров. Ленку колотили, машины мне все тут подметали, косили. Конечно, для каждую, что говорить. Попробуй только больше возьми, совок. Дрались буквально. Дрались. Да это понятно. Да. Дом оказался очень старинный у деда. И в нем жили его родители. Ну а мы отправляемся во вторую часть деревни и посмотрим состояние домов и там. И в этой деревне, судя по всему, всего лишь 3 дома живут постоянно. Один домик мы уже увидели. Собачка попалась умная и гавкать перестала при встрече с хозяином. К сожалению, от школы ничего не осталось, и снять я ее не смогу. Ну а клуб разобрали и перевезли в город Семенов. Видимо, это был очень добротный и крепкий клуб, поскольку его разобрали. Остались только одни дома. Да, я могу понять людей, которые тут жили, посмотрят это видео, и им станет очень грустно. Но, тем не менее, эта деревня еще не до конца заброшена. Летом она многочисленна. Сюда приезжают дачники. Ну и, конечно, здесь все цветет и зеленеет. Не как сейчас, унылый пейзаж. Размер этого дерева меня, конечно, потрясает. Причем диаметр его чуть выше, даже больше, чем у основания. Ну, а выше дерево уже просто высохло. На этому дереву где-то лет 150, я так понимаю. Оно еще росло при Костромской губернии и до революции. Вот этот домик мы с вами также видели. Давайте еще на него полюбуемся. Смотрите, какие резные элементы под крышей. Просто красота. Сколько все-таки времени и труда было в них вложено. Вот отсюда мы приехали, и вот этот вот дом поначалу показался мне то ли начальной школой, то ли, может быть, магазином, потому что, смотрите, крыльцо у него находится примерно посередине дома и очень уж напоминает какой-то нежилой дом, но вот местный житель сказал, что это был обычный дом. Дом с номером 15. И вот здесь уже, смотрите, следов нет.
никто еще не ходил. Вот этот вот маленький домик. Судя по всему, он довольно свежий. Возможно, в 70-х годах построен. Небольшой домик, но крепкий. С фундаментом. Смотрите, напротив этого дома стоит киоск. Как знать, может быть, это был какой-то магазин в свое время. Магазин из 90-х, скажем так. Вот следующий домик скромный. Тоже в нем зимой не живут. Но летом, скорее всего, навещают. И напротив этого дома находится вот такой очень небольшой прудик. Лед замерз, конечно. Только скрип моих шагов нарушает тишину. Это деревня. Следующий домик без наличников. Но с новыми пластиковыми окнами. Ну и в летний период, я думаю, он обитаем. Но вот эта вот страна деревня. Выгорело в 70-х годах. Ну и сейчас редкие бани находятся на этой стороне. Скворечник. Следующий дом крепкий, облагороженный. Хоть и без наличников, но все равно смотрится приятно. И дальше, смотрите, огород очень маленький. Дальше было поле и лес. Семеновский район, лесной район. И здесь проблемы с землей. Смотрите, у следующего дома поставлен забор. Что не характерно для этих мест, скажем так. Напротив находится большая баня. И вот непонятно, этот забор кто сделал? Житель какого дома? 12-го? Или 11-го? Как вы думаете, я что-то растерялся. Нет у меня ответа на этот вопрос. Кстати, 11-й дом не производит впечатления такого жилого. Но разве что летом его посещают. Да, вот этот вот забор, точнее, элементы забора. Ну и, скорее всего, этот дом хотели огородить, но что-то пошло не так. С одной стороны забор есть, частично, ну а с другой только вот эти вот металлические конструкции. Да, скорее всего, этот забор хотели вокруг 11-го дома построить. Но не успели. И теперь вряд ли когда-нибудь достроят этот забор. Еще один старинный тополь. Тоже верхушка высохла, ее обрезали. Следующий дом практически не сохранился. Только едва виднеется сруб. Крыша уже давно развалилась.
Да, вот по этой стороне деревни видим какие-то амбары, сараи, возможно, бани. Ну, а на этой стороне деревни видим дома. Восьмой дом впечатляет своими размерами, честно говоря. Вот смотрите, он шестистенок на 7 окон. Ух, я испугался, увидя вот этого. Думал, что там кто-то выглядывает из окна, но нет. Огромнейший дом с номером 8. Здесь жила большая семья. Хоть средняя численность двора было 6 человек, но, думаю, в этом доме как минимум десяток человек точно жили. Вот этот вот дом тоже отличается из этой деревни. Впрочем, дома еще не кончились, и, возможно, мы увидим еще какие-то впечатляющие дома, как, например, вот этот вот. Тоже дом очень необычной конструкции. Он хоть и на 3 окна, но очень большой. На втором этаже у нас светелка на 2 окна. Красивый дом костромской постройки. Наверняка. Вот смотрите, у него было крыльцо. Наверху окошечко. И вот такая то ли веранда, то ли чулан. Красиво, потрясающе смотрится этот дом. Вот такой конструкции. Дом с номером 7, казалось бы, счастливое число. Но, к сожалению, дом давно заброшен. Но отстроен он очень качественно. Очень качественно. И стоит до сих пор прямо. И вот смотрите. Какой-то знак здесь присутствует на этом доме. Знак качества или что это такое? Но, скорее всего, этот знак означал, что этот дом застрахован в госстрахе. Как думаете? Мне кажется, что так. И, к сожалению, наличники у этого дома отсутствуют. Но сам дом, конечно, мне очень понравился. И посмотрим домик вот с этой стороны. Вот смотрите, как он уже печально выглядит. Крыша прогнила. Ну и дом будет быстро разрушаться. Вот с этой стороны тоже крыша гнилая. Очень жаль. Дом, в принципе, еще можно спасти. Потому что сруб неплохой, но вот только крышу придется полностью перебирать и устанавливать. Какая все-таки красота. Небольшой снежок. Красивое голубое небо. И вот такие вот сохранившиеся дома, на которые приятно посмотреть. Дома тоже старинные. Им, если не 100 лет, ну, по крайней мере, около 70 точно есть. Пятый домик совсем маленький. И уже похож на такой вот домик дачного типа. Скорее всего, он довольно молод по сравнению с другими домами. Ну и летом он точно посещается. Четвертый дом. Вот такой ничем не примечательный. Просто старинный, но сохранившийся дом. Территория, конечно, вокруг него немного заросла, но, тем не менее, домик неплохой.
Ну, по этой стороне улицы так домов и нет. И осталось ровно 3 дома в этой деревне. Дом с номером 3 покрашен в синий цвет и выглядит крепко. Летом он точно обитаем. Ну а сейчас следы не ведут к нему. И висит замок. Неплохой домик. Но почему-то он так покрашен не полностью. То ли краска кончилась, то ли еще по каким-то причинам. Странно, какая-то незавершенность композиции чувствуется. Дом с номером 2. Тоже красивые постройки. Костромской. У него 5 стен, 4 окна. Но смотрите, какое окно. Одно нетипичное, очень большое. Тоже дом такой выделяющийся своим архитектурным решением. 5 стенок и одно окно очень большое. Ну вот смотрите, это окно по размерам примерно как 2. Крыльцо у дома давно разрушилось. Также разрушился и двор. Да, вот это вот печальные элементы. Думаю, что дом как минимум 10 лет назад забросили, а может быть и больше. И нас ждет последний дом в этой деревне с номером 1. И он точно обитаем. То есть всего в этой деревне все-таки 2 дома живут точно в зимний период. Светлица у этого дома завалилась назад, но крыша все-таки еще в неплохом виде. И сам дом крепкий. Простоит еще не один год. Может быть, десяток точно. И вот жилой дом с номером 1. Дом крепкий, добротный и жилой. Заготовлены дрова. И ведут следы туда. Кто-то там живет в настоящее время. Красиво здесь. Не могу сказать, что тихо, потому что все-таки хоть и 2 километра, но шум доносится. Мороз, воздух разреженный. Ну и нет листвы у берез. И поэтому шум от трассы сюда доходит. Thank you.
первую деревеньку мы с вами сегодня посетили. Деревня находится на севере области. В этой деревне постоянно живут 2 или 3 дома. 2 дома точно постоянно живут. А третий под вопросом. Если кто-то родом из этой деревни, пожалуйста, напишите свои комментарии, свои воспоминания. Будет очень приятно. А вам спасибо за просмотр. И желаю, как всегда, только доброго. До новых встреч. Увидимся скоро.